бы своего друга за 100 тысяч долларов. За миллион даже. Это же много очень. Ну, друзей слишком мало для того, чтобы их продавать так дешево. Друга настоящего нет. Друг один только. Нет, не предала бы. Предали? Нет. Нет, конечно. Конечно, нет. Серьезно, нет. У меня есть 100 тысяч долларов. Мне не нужно 100 тысяч долларов. Продали бы вы своего парня за 100 тысяч долларов? Ну, посмотри. Ну, 100 тысяч. А у вас что, есть 100 тысяч? Есть. Нет. Предали бы вы свою девушку за 100 тысяч долларов? Нет, не за 100, не за 200. 100 тысяч. Покажи, покажи. Есть? Ну, тут слишком много, я не... Думаю, что нет. Нет, я уверен, что нет. Ну, вы дайте денег, я посмотрю, предам или нет. А предали бы друга за 100 тысяч долларов? Нет. Сейчас, я посмеюсь с вами, можно? Хорошо, потому да, что да. Я супергерой, я должен смеяться со всех, кто был. Я понял, хорошо. Сейчас, можно? Да, да. Можно в лицо вам засмеяться? Да, да, давай. А спросите, а вас бы он продал бы за 100 тысяч долларов? Я не буду спрашивать. Спрашивай. Требую правду. Would you sell me for 100,000 dollars? For how much you will sell me? Free. 3,000 only? Free. Oh, for free? You will give me for free? Okay. I'm leaving now. Он говорит, я поддал тебя даром. Он доллар. Никогда. Никогда. Нет. Ну, 100 тысяч долларов. Нет. 100 тысяч, это очень много. За миллиард только продал. Нет. За 100 мало слишком. Брода. Нет, мало. Мало, надо больше. Предали бы вы своего друга за 100 тысяч долларов? 100 тысяч долларов? У кого такие деньги есть? Ну, зависит, кто друг, наверное. Я не знаю, тут надо попасть в такие обстоятельства. Предали вы бы друга за 100 тысяч долларов? За большую сумму, вероятно, да. Предали бы своих подруг за 100 тысяч долларов? Да, честно, предала бы. А вы не узнали его? Это же мой помощник. Давайте, мы говорим только правду. Давайте скажем. Мы говорим только правду. Всего вам хорошего. Взаимно. Человек. Давайте скажем на французском. Мы говорим только правду. On dit que la vérité. Спасибо вам большое. On dit que la vérité. Спасибо. Влюбляй. Как они разговаривают? Правда, мэн летит над Крещатиком.